дорогие жители моей родной и любимой родины России. Спасибо за сегодняшнюю нашу встречу. Очень много наград, подарков. Я, правда, не ожидал. Мне, правда, в эти моменты становится не по себе, чуть-чуть неловко, стыдно. Я не считаю, что этого заслуживаю, я ничего особенного не сделал. Я просто делаю то, что должен делать каждый русский человек сегодня, находясь здесь в тылу. Потому что прикрытый тыл у наших военных солдат – это тоже неотъемлемая часть сегодняшней войны. Войны с этими западными странами, нетрадиционными ценностями. Как бы ни было, там на фронте наши дети, наши отцы, наши братья. Если они там не выстоят, придут к нам. Это все должны понимать. Но, к сожалению, не все это понимают. И сегодня многие, часть молодежи говорит, что это не их война. Кто-то ругает нашего президента, кто-то ругает правительство. Сейчас выборы, в преддверии выборов, хочу сказать свою жизненную позицию. Я никогда ее на протяжении творческой жизни не стеснялся, всегда открыто говорил. Говорю, что я уважаю нашего президента и считаю, что все те нюансы, которые есть сегодня в нашей стране и недочеты, людям нужно меняться самим. Всех он не заставит брать взятки, не соблюдать законодательство. Казнокрады были при всех царях и всю свою жизнь. И сам он не придет в каждый кабинет и не скажет совершать преступление, нарушать закон. Я нашего президента уважаю, буду голосовать за него. Хочу поблагодарить Юрия Сергеевича за приглашение. Сергея Потапова, вам всем сказать спасибо. И когда в Белгороде случился теракт, я написал песню памяти ушедшим людям Белгорода. И мне стали писать, обращаться. Ну, каждый человек стал просить написать за своего сына, за своего отца. И поэтому возник проект у нас. Мы написали песни про всех военных ушедших солдат регионов отдельных России. И эту песню, которую я хочу исполнить, она посвящена всем ушедшим офицерам и солдатам Ульяновской области, отдавшим жизнь в зоне СВО. Вам всем желаю здоровья, добра, спасибо за гостеприимство, здоровья вам, пусть Бог хранит вас, ваших детей. Еще раз низкий поклон родителям, детям, женам, братьям, в зале присутствующих, у кого ушли родные люди. Спасибо вам, низкий поклон. Благодарю вас. Офицер и сын России, из Ульяновска солдат, провожал отец и мама, и на фронт ушел наш брат. Дома дети и супруга, и за ним народ страны не увидит больше друга, с кем росли все пацаны. Ушел солдат, какая людям эта боль. Он был наш брат, свою пролил, за носом кровь рыдает мать, и по щеке ее слеза последний путь. Ушел сынок на небеса, мамы слезы у иконы, дочки фото у груди, поцелует глаза папы, мой родной, ты приходи. И отец стоит у гроба, провожает и страна офицера и героя, из Ульяновска пацана. Ушел солдат, какая людям эта боль. Он был наш брат, свою пролил, за нас он кровь рыдает мать, и по щеке ее слеза последний путь. Ушел сынок на небеса, купола Сергей играйте, к небесам его душа, ангелы к Богу несите, вы солдата пацана, и в венках его могила, и в слезах его жена. Он ушел ведь за Россию, из Ульяновска за пацана. Ушел солдат, какая людям эта боль. Он был наш брат, свою пролил, за нас он кровь рыдает мать.
сынок, на небеса. Единый сильным духом и искренне дружны.
детская душа. Народ с душой учтивый, по-доброму всегда. Поволжье город святый и храмов купола. Хранит Бога Матерь Ульяновск, ты всегда. За вас, дорогие жители Ульяновска. Я чуть-чуть попросил. И хочу сказать, скоро выборы. Это наш с вами выбор. Мы многие можем думать, да что идти, уже все решено, уже все сделано. Кто-то где-то будет что-то там писать, что-то ставить. Поэтому сегодня, как никогда, нашей армии, нашему правительству, нашему президенту нужна наша поддержка. Потому что то, что начато, нужно заканчивать и заканчивать только с нашей победой. По-другому никак. Спасибо вам за гостеприимство. Процветайте, живите, радости, добра. И песня, посвященная всем солдатам России. Спасибо.
за мирное небо нам здесь вечная память. Аминь. Победа будет за нами. Бог любит Россию. Спасибо. Низкий вам поклон за гостеприимство. Спасибо большое. Владимир Курский. Громкие-громкие аплодисменты.